Славянске на Кубани пройдет городской конкурс для обладательниц самых красивых и длинных волос. Славянская краса, девичья коса. Встретятся обладательницы роскошных волос 3 ноября в городском доме культуры. Многие полагают, что коса – это исконно русская прическа. На самом деле сейчас невозможно точно определить, какой народ изобрел такой красивый и простой способ укладки волос. Косы носили и древние славяне, и египтяне, и африканцы. В преддверии Дня народного единства в Славянске на Кубани впервые пройдет конкурс «Славянская краса. Девичья коса». Организаторы конкурса отмечают, что возрастных ограничений для участия не предусмотрено. Если вы обладательницы прекрасных роскошных локонов, не упустите свой шанс. Примите участие в конкурсе. Обязательным условием является длина волос представительниц прекрасного пола. Она должна быть не менее 50 сантиметров. Конкурс у нас проводится в трех номинациях. Самая длинная коса, самая густая коса и оригинальная коса. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо обратиться в отдел по работе с молодежью, культурой, физической культурой. Спорту. Мы находимся в городском доме культуры, в кабинете номер 20. У нас участница может заполнить заявку, и мы расскажем об условиях участия в конкурсе более подробно. Известная с давних времен прическа не собирается покидать пьедестал самых популярных укладок, находя своих почитателей среди самых разных людей. Сегодня косы заплетают и школьницы, и роскошные дамы. Разнообразие длинных кос и красивых причесок порадует ценителей красоты на конкурсе, который состоится 3 ноября в городском доме культуры. Приходите, будет интересно.